Думая о пенсии с молоду, сегодня по всей стране проходит День пенсионной грамотности. В этом году стартует 9-й этап информационно-разъяснительной кампании Пенсионного фонда России, направленной на повышение пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи. Сегодня в гостях у Пенсионного фонда побывали ученики 10 класса гимназии номер 1. Ребята узнали, как работает пенсионная система, как формируются их пенсионные права, изучили факторы, влияющие на размер будущей пенсии, а также узнали о роли стажа и белой сегодня зарплаты. Сегодня мы узнали об устройстве Пенсионного фонда и что нужно, в общем-то, большинство жизни своей работать, чтобы потом у нас была хорошая социальная обеспеченность, пенсия в будущем. Об этом нужно задуматься уже сейчас, даже в нашем возрасте. Сегодня мы узнали очень много всего о пенсионном фонде. То, что нам в силу возраста еще было, ну, возможно, неизвестно, и чего мы не знали просто, неинтересно было. Ну, и я благодарен за эту возможность. Я много узнал, то, что мне будет полезно в будущем. Также старшеклассники смогли увидеть работу Пенсионного фонда изнутри, работу с клиентами, оказание электронных услуг и сами смогли оценить сервис Пенсионного фонда России. Главная цель программы – повышение пенсионной и социальной грамотности учащихся, формирование у молодого поколения новой пенсионной культуры и личной ответственности за свое будущее пенсионное обеспечение. Конечно, для школьников сегодня, наверное, осознать, что это важно вот именно в текущий момент очень сложно. Конечно, они все считают, что пенсия – это что-то очень далекое, но ведь то, какая будет пенсия, вот там, в будущем, оно начинает закладываться буквально с первого дня работы. Мы считаем, что это очень важно, чтобы они знали и понимали, как это работает, чтобы их будущее пенсионное обеспечение было как можно больше. Просветительский проект Пенсионного фонда охватит все субъекты Российской Федерации и продлится до конца 2019 года.